Жуткая авария произошла ночью в Киеве. На улице Щусева машина Део на большой скорости сбила двух людей. Произошла авария не на пешеходном переходе и даже не на проезжей части. Молодая пара попала под колеса автомобиля, прогуливаясь по тротуару. Непосредственных свидетелей аварии не нашлось, но удалось поговорить с парнем, который видел пострадавших буквально за несколько минут до трагедии. Я видел молодую пару на Саратовской, как они стояли. Молодой человек подошел ко мне, спросил, будет троллейбус или нет. Я постоял, говорил, ну, должен быть. Мы стояли, подождали с ними троллейбус. Мы потом, получается, он затормозил маршрутку. Мы сели с ним вместе в маршрутку. Мы доехали до метро Сирец. Они были не пьяные. Дальше парень зашел домой. Говорит, вышел через несколько минут снова на улицу и услышал вой сирен скорой помощи. Решил подойти узнать, что случилось. Увидел, что в ДТП попали его новые знакомые. Минут 20 прошло, я выхожу, вот девушка лежит мертва, а человека молодого в тяжелом состоянии в больницу. Первыми на месте аварии оказались не скорая, а патруль полиции. Девушке ничем помочь они уже не могли, но успели до приезда врачей оказать первую помощь мужчине и водителю Део. По предварительной версии, шофер не справился с управлением, вылетел на тротуар, сначала зацепил столб, а потом сбил людей. Вот ударяется вот тот столб, ударяется вот эта машина, вот, и они шли по тротуару, девушка, и он их ударяет, девушку выкидает на вот сюда, вот на прямо на проезжую часть, а молодого человека вот там возле ящика какого-то электрического. По словам свидетелей, водитель Дэу не пытался помочь пострадавшим. Сначала он просто сидел в машине, а потом все время пытался незаметно уйти с места ДТП. Полицейская два раза его держала, потому что он все время за машину хотел сбежать. К тому же, по словам очевидцев, водитель Дэу был изрядно пьян. В салоне машины полицейские нашли пустую бутылку из-под водки и метательный нож. Примечательная деталь – замок зажигания в Део был раскурочен, из-под руля торчали провода. Возможно, машину заводили не ключом. Версия об угоне милиция проверяет. Водителя Део задержали, сейчас проводятся экспертизы и устанавливаются детали аварии. Мужчина-пешеход находится в реанимации. По словам врачей, его состояние крайне тяжелое. Больше видео с места ДТП вы найдете на официальном канале Магнолии ТВ в Ютубе.